Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я хотел сегодня вас попросить быть бдительными в социальных сетях. У меня очень-очень много двойников, и это, конечно, люди от моего имени предлагают помощь и отвечают на ваши вопросы за деньги. Ну, их число уже доходит до 1000. Я не знаю, что с ними сделать, они растут как грибы. Ну, я не виноват. Единственное то, что я могу сделать, вот этот говорит об этом вам и сделать это видеоролика, где мы показываем прямо фотографию страницу свою, и чтобы все были уверены в том, что со мной общаетесь и находитесь у меня на странице. Вот. Если сказать честно, допустим, например, да, на сайтах Одноклассников. У меня очень много двойников там тоже. И мы попросили администрацию сайта, написали им письмо о том, что там что-то сделать надо. И они очень оперативно, представьте себе, очень оперативно, ну, как сказать, отреагировали. И удалили прямо мою официальную страницу, на место того, чтобы удалить страницы двойников. Поэтому это было два раза у нас в Одноклассниках, чтобы удалили мою страницу. Соответственно, в сайтах Одноклассниках вообще моя страница не существует. Там только двойники. Будьте осторожны. А сегодня вот для вас сделаем видео, где все свои страницы в социальных сетях, сайт свой фотографируем и вам показываем. Но честно, это единственное то, что я могу сделать для вас. И вы тоже постарайтесь быть более, как сказать, бдительными, не доверять. Но невозможно же, человек написал мое имя и поставил мою фотографию, это значит я? Ну так же не бывает. Ну, они так обманывают легко и фотографии, и все, что у нас в сайте есть, копируют, поставят у себя и отвечают на ваши вопросы. Я хотел вам сказать, что у меня есть определенные страницы официальные, где только я там общаюсь. И знаете, очень смешно, даже эти двойники настолько стали наглыми, что они тоже мне предлагают дружить с ними, предложение дружбы. Я с одним из них добавил дружить, и чтобы страницу смотрел. Они так красиво копируют, очень тяжело определить. Но поэтому это видео сегодня вам. Сделаем и смотрите, пожалуйста. Я много чего личного говорил, я должен быть из этого, с этого бумажку прочитать, но не получилось. Как всегда, я не умею использовать шпаргалки. Хорошо, вот сегодня вам показываем страницу официальный сайт, единственный официальный мой сайт, который я общаюсь. На этом сайте вы видите адреса доменов, которые можете написать и открыть эту страницу. Дальше. Вы видите единственный личный официальный форум в интернете, где я отвечаю на вопросы, где я общаюсь с друзьями.
тоже адрес написано, и можете быть уверены, что это моя страница. И еще хотели вам показать страницу у себя, моя официальная страница в моем мире. Это страница, где я давно с вами общаюсь, но, конечно, многие знали, что там блог заблокировали, но сейчас открыли группу, где там тоже можно, как в блоге раньше, общаться. И, соответственно, там есть мой официальный блог на main.ru. Можете смотреть. И дальше моя официальная страница на Фейсбуке. И еще по поводу Фейсбука хотели сказать. Там есть ограничение. Всего можно добавить 5000 друзей, и поэтому просьба есть у меня, пожалуйста, у нас там не можем уже добавить в друзья, поэтому мы создали в этой странице группу на Фейсбуке. И, а в этом группе не может добавить меня в друзья у себя, и будем дружить. Там без ограничения можно дружить. Поэтому в Фейсбуке у меня есть еще группа. Еще хотели показать вам страницу ВКонтакте. ВКонтакте тоже есть ограничение. 10 тысяч друзей можно добавить. Соответственно, мы там тоже открыли страницу группы ВКонтакте. Тоже моя страница ВКонтакте. Больше нету страниц ВКонтакте. Все остальные, которые вы можете написать мое имя, фамилия, открывается страница, все это двойники. Дальше есть моя страница в Твиттере. И можете смотреть Твиттер. Вот там тоже я свою пишу новостей, что происходит у нас в офисе, со мной, моей жизнью. И кроме этого, еще у нас есть официальный канал в YouTube. И можете смотреть эту страницу в YouTube. И там все видео, ролики, которые снимаем, мы вкладываем в эту страницу, пожалуйста, можете смотреть. И, конечно, будем показать еще другие страницы мои, где я общаюсь. Я думаю, что я не буду каждую страницу говорить, пусть будет какая-то приятная музыка для вас. И смотрите, пожалуйста, все остальные страницы мои, допустим, Инстаграм, Лайв-журнал, вот все мои страницы вам показываю. Дорогие друзья, это
практически все мои страницы, где я общаюсь. Надеюсь, что там тоже с вами будем дружить и общаться. Я все эти страницы показал не для того, чтобы сказать или гордиться в том, что у меня есть столько страниц. Или как-то многие любят говорить, как реклама. Нет. Я думаю, что для того, чтобы вы были уверены в том, что со мной общаетесь, это единственное, то, что я могу сделать, эти страницы фотографировать и вам показать. Я хочу, чтобы вы были уверены, что со мной общаетесь, а не с моими двойниками. У меня других страниц нету, и, пожалуйста, вы сами тоже будете более внимательны. Тот, кто пишет мое имя, Мехди, и мою фотографию поставит, это же не значит, он Мехди. И хотел сказать всем вам от всей души спасибо. Спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что столько лет дружим, за поддержку. И от всей души желаю всем вам всего-всего наилучшего. Ваш друг Мехди. Спасибо.